Все, перелазим. Да, не прыгаем, на трубу не садимся. Будет больно. Спасибо. Разворачивайся. И да, не прыгай, я тебе еще камеру не дал. Спасибо! Марик, не это. Марик, спустись на этот, на ярус пониже, оттуда кричи. Не прыгай! Они уже третьих закопали. Ручку. В смысле, вот сюда надо пройдеть. Во. Блять, могу, вид-то замечательный. Вообще замечательный. Мне тоже нравится. Вид, кстати, еще лучше наверху. Выше на два пролета, особенно вечером. Что? Последняя точка, откуда видно закат. Можешь написать шажками, Ксюха, прыгай! Затянем дружечка. Видите, обещаю, ты не отцепишься от нее. Руку вытягиваешь, вот лучше всего так. Будем сальто делать? Я думаю, что да. Двойное. Мне жутковато стало здесь. Двойное, да? Двойное? Секунду, я еще на камеру включу. Я удобно устраивалась пониже. Вообще вам повезло, у нас сегодня такой фотограф внизу стоит, с таким охренительным объективом. Да, работает, да. Так, я готов. Ты готова? Нет, я не готова. Готов, пристегнись. А, давай. Мордасова! Я вас ненавижу! Давай, мы тебя любим! Тихо, скажи мне это лично. Да. Давайте. Всем хоп! Я не плачу! Мордасова, ты смелее меня, я признаю. Давай, задолбал. Все, я готова. Мне страшно. Страшно будет. Страшно. Раз, два, три! Молодчинка. Три! Я могу песенку спеть! По традиции от Мордасовой передаю привет родителям, маме, папе, всему Казахстану. Спасибо большое, девки, за подарок. Это самый лучший крутой подарок на день рождения.